6 мая 1933 года газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала странный некролог. В нем сообщалось, что в Китае в возрасте 256 лет умер гражданин Ли Циньюн. Ошибки быть не могло. Возраст сверхдолгожителя подтверждали документы. Сохранились императорские записи о том, что власти Китая поздравляли Ли Циньюня с его юбилеями – 150 и 200-летием. Как человеку удалось прожить 2,5 столетия? А может быть, это еще не предел? Биографию китайского долгожителя подробно исследовали в университете Чэнду в провинции Сычуань. Известно, что Ли Циньюнь практиковал дыхательные упражнения, а питался только рисом и травяными отварами. На его родине рассказывают о какой-то особой практике, которой Циньюня научил отшельник, проживший более 500 лет. Неужели есть способ остановить биологические часы, победить старение и даже смерть? И, кстати, очень многие ученые обращают внимание на то, что вот это отвращение человека к смерти, этот страх человека перед смертью, он говорит о том, что смерть является тем, что не должно быть свойственно человеку, что для него первоначально было не свойственно. О вечно молодых небожителях рассказывали в Древнем Китае, о бессмертных обитателях Олимпа в античной Греции. О великом Раме, который правил более 10 тысяч лет, слагали легенды в Индии. Так может, когда-то на Земле действительно обитали бессмертные? И почему мы сейчас не можем оставаться вечно молодыми? Или все-таки это возможно? Я не вижу ничего удивительного в этом. Вполне возможно, что можно дожить и 250, и 700, и так далее. На одной из знаменитых шумерских клинописных табличек указаны имена и периоды правления 8 царей. Первый из них, Эмен-Луана, находился у власти 43 200 лет. Последний, Ибартуту, 18 тысяч лет. Как такое возможно? Ответ был найден в 20 веке. Советский ученый Иван Степанович Филимоненко сделал невероятное открытие. По сути, он доказал, человек может прожить даже не тысячи, десятки тысяч лет. Научная деятельность Филимоненко была связана с космической оборонной промышленностью и, на первый взгляд, отношения к поискам бессмертия не имела. Филимоненко здесь, под крылом Королева, Мишина и так далее. Их там целая плеяда этих наших выдающихся конструкторов космических, они перед ним просто поставили, перед молодым ученым поставили задачу: сделайте нам автономный генератор электроэнергии. И он им сделал. На топазах они были установлены и успешно отлетали, положив руки. Филимоненко предложил новый способ получения энергии за счет реакции холодного ядерного синтеза. Он был одним из немногих, кто в СССР активно выступал против использования радиоактивного урана. Но почему? Данные, полученные в ходе исследований, шокировали ученого. Он обнаружил, продолжительность жизни человека напрямую зависит от радиоактивного элемента под названием изотоп калий-40. Распадаясь, он губит живые клетки. Если в организме человека содержится 245 граммов изотопа калий-40, то в среднем человек проживет 61 год и 7 месяцев. Но если уровень радиоактивных элементов снизить, к примеру, до 7 граммов, жизнь увеличится до 2500 лет. Артефакты, найденные на территории древнего шумерского государства, показали, содержание изотопа калий-40 тогда было меньше, чем сейчас, в 175 раз. А значит, жить древние шумеры могли в среднем 14 тысяч лет. Историки, вот в большом смысле этого слова, они знают этот факт изумительно о том, что действительно в табличках шумерских это все описано, и возрасты. А то, что Филимоненко, действительно, Иван Степанович, нам еще раз подчеркивает, что это надо увязывать именно с мизерным содержанием вот этого агрессивных изотопов, значит, в самом теле человека, да, это очень серьезная, так сказать, заявка к поиску истины. Полвека назад Иван Филимоненко разработал уникальные установки для нейтрализации радиации. Ученый ждал команды сверху, чтобы начать их производство.
Получается, что можно было очистить от радиации отдельные регионы или острова, и на Земле появился бы рай. Место, где человек мог бы достичь бессмертия. У человека есть свои циклы, биохимические, биофизические циклы, восстановления. Процесс это очень сложный, но, по крайней мере, Иван Степанович Филимоненко говорил четко совершенно, показывал, что эта проблема вполне резонная, и она возможно ее решить. Надо этим заняться только. Но к чему приведет появление на Земле места, где можно жить вечно? Судя по сохранившимся шумерским преданиям, и в далекой древности бессмертие было уделом лишь избранных или богов. Боги обитали как раз в ореоле вечной жизни, на уединенном острове Тильму. Шумерский текст рассказывает, что любой человек, который оказывался в Тильмуне, Тильмун – это в переводе с шумерского языка означает «город жизни» или «место жизни». Тот, кто оказывался там, становился бессмертным. Что это означает? А у него в течение короткого времени синхронизировались вибрации его энергосистемы, организма его с энергосистемой Земли. Происходил эффект консервации в течение биологического времени. Достичь бессмертия мечтал и Гильгамеш, пятый правитель Урука, столицы шумерского государства. Для этого он отправился в Тильмун, но боги не раскрыли ему секрет бессмертия. Вот мы знаем сказание о Гильгамеше. Это реально существовавший исторический герой, о котором сказано во многих источниках древних. Его мать была небожительницей. А отец был наполовину небожителем, а наполовину, значит, земным человеком рожденный. То есть его бабушка была этого Гильгамеша, земная женщина, а отец, то есть он был тоже небожитель. И вот несмотря на то, что 75% крови у него было небожителей, его продолжительность жизни была очень короткая. Возможно, что в глубокой древности действительно существовало отдельное место, полностью защищенное от радиации. Создала ли его природа или обитатели Тильмуна позаботились о себе, пока остается загадкой науки. Поселок Гусь-Железный, Рязанская область. На местном кладбище есть необычная могила. В отличие от остальных надгробий, на этом установлен не крест, а колонна на ступенчатом пьедестале. Рядом еще один странный символ – пирамида. Здесь был похоронен Андрей Баташов, помещик и крупнейший сталепромышленник 18 века. Дело в том, что в 80-е годы здесь проводились раскопки специалистами. И интересный момент состоял в том, что могила Баташова оказалась пуста. Но куда могло исчезнуть тело Баташова? В этих краях уверены, железный король вовсе не умер. Почти два века назад он инсценировал собственную смерть и отправился странствовать по миру. Философ и автор книги по истории алхимии Олег Фомин Шахов именно здесь, в усадьбе, нашел разгадку тайны, которую оставил железный король. Дом в старину был длиннее, а сейчас... Здесь все, как мы видим, снесено, и дальше открывается проход, так называемый «Страшный сад». Название «Страшный сад» этому месту дали крестьяне. Здесь лютый помещик сурово наказывал тех, кто плохо ему служил, и даже казнил провинившихся. Поместье Баташовых когда-то было обнесено высокой крепостной стеной. Часть ее еще сохранилась. Стены, которыми Баташов оградил свою усадьбу, они защищали его от посторонних любопытных глаз. И в каждую минуту 150 егерей следили за тем, чтобы никто не проник на эту территорию. Если кто-то узнавал слишком многое, бросали в мешок с камнями и пускали в воду. То есть сказ был короток. Но что так тщательно скрывал Баташов? Оказывается, на территории усадьбы находились входы в подземелья. В советские годы большинство из них засыпали землей. Были случаи, когда в подземных лабиринтах пропадали дети.
Олег Фомин Шахов полагает, именно в подвалах, в которые ведут эти ходы, помещик занимался алхимией. Философский камень – это красная субстанция, тяжелый красный порошок, который при добавлении в основные металлы превращал их в золото, а при употреблении с винным спиртом вовнутрь давал человеку полное обновление и даже, по некоторым сведениям, бессмертие. Андрея Баташова при жизни упорно называли фальшивомонетчиком. Но, скорее всего, помещик не чеканил золото, а получал его с помощью алхимии. Известно, что после сталепромышленник оставил гигантское по тем временам состояние – около 7 миллионов рублей. Вероятно, он синтезировал все это золото на пути к своей главной цели – философскому камню, дарующему бессмертие. Я думаю, что Баташову не было нужды получать философский камень с целью подзаработать. Его железоделательные заводы и так приносили колоссальную прибыль. Это была военная машина. Вся Крымская война была на баташовском железе выиграна, на его пушках, ядрах. Баташова интересовало только бессмертие. Секреты алхимии Баташов мог узнать от хорошо ему известного Ивана Елагина, великого мастера масонской ложи. Именно этот орден возродил алхимическую традицию. Судя по надгробью Баташова, сам он также состоял в масонской ложе. Дело в том, что после смерти Баташова, спустя уже много-много-много лет и даже десятилетий, была найдена потайная комнатка, где Баташов хранил все свои масонские регалии. Там обнаружили его фартук, перчатки, наугольник, циркуль, всю масонскую атрибутику. Знания по алхимии масоны передавали только избранным членам тайного общества. Но откуда сами они могли узнать рецепт философского камня? В разных уголках земного шара люди во все времена искали способы продлить свою жизнь. В Китае сохранились легенды о снадобье матушки Сиванму, эликсире бессмертия. На Ближнем Востоке о персидской воде Абихаят. Но всегда ли способы достичь бессмертия были столь безобидными? Венгерская графиня Елизавета Батори в своем чехтицком замке принимала омолаживающие ванны из крови убитых девушек. В 1610 году преступления чахтицкого чудовища были раскрыты. Но известно, что в средние века такими дикими методами пытались продлить свою жизнь и многие правители. Проводились такие жуткие вещи, когда действительно им ванны на протяжении долгих годов наполнялись кровью маленьких детей. Это было страшно. Это была опять-таки вера и опять-таки попытка обрести бессмертие. Мы также знаем различные попытки обрести бессмертие, связанные с пересадками органов. Новая Гвинея – самый крупный тропический остров планеты. По величине он уступает только Гренландии. Здесь, в непроходимых джунглях, до сих пор сохранились неисследованные европейцами территории. Западная часть острова вообще закрыта для туристов. Кинодокументалист Олег Алиев, единственный из россиян, уже 20 лет наблюдает за жизнью местных племен. Я всегда, живя с этими народами долгое время, задавал себе вопрос, почему в разных регионах планеты, посмотрите на карте, где находится Новая Гвинея, это Океания, где находится, скажем, Тибет или Бутан, совершенно их разделяет гигантское расстояние на разных концах планеты, а мифы и надежды примерно одинаковые о каком-то вечном бессмертии. Папуасы очень быстро стареют. Средняя продолжительность жизни здесь 35-38 лет. Сказываются тяжелые условия. Джунгли, жара, стопроцентная влажность. Способ достичь бессмертия, который веками практиковали некоторые племена Новой Гвинеи, сегодня находится под строжайшим запретом. Это охота за головами людей. Папуасы верят, каждая отрезанная голова врага, да, она дает силу тому охотнику, который ее получил. То есть вот душа из тела, практически вот такой тип бессмертия убитого человека переходит к охотнику, который владеет этой головой.
За всю свою жизнь охотник собирал до 20-30 человеческих голов. Их обрабатывали специальным способом и обязательно показывали соплеменникам. Еще в 80-е годы прошлого века правительство Новой Гвинеи организовало экспедиции в джунгли, чтобы пресечь попытки возродить этот ритуал. Странная традиция 2500 лет назад существовала и на другом конце земного шара, в Южной Америке. На территории Перу были обнаружены черепа со следами трепанации. Вероятно, на эту операцию пациенты шли добровольно. Частично кости черепных коробок заменяли золотыми пластинами. Но с какой целью это делалось? Зачем было так рисковать? Специалисты считают, все дело в золоте, точнее в его свойствах. Древние цивилизации использовали чистое золото с минимальным добавлением примесей. Дело в том, что 100% химически чистое золото, если мы говорим именно об этом, да, 100% химически чистое золото имеет качественно другие характеристики. Это уже не просто металл. Это качественно химически другое вещество. Оно убивает раковые клетки в организме человека. О свойствах золота, по всей видимости, хорошо были осведомлены боги и правители Древнего Египта. Биохимик Ольга Листопад полагает, что солнечные боги Ра, Атон, Гор действительно могли излучать сияние, о котором говорится в мифах. Для отражения инфракрасного излучения на кожу они наносили золотую пыль. Более того, египетские боги могли принимать очищенное золото в пищу. Они ели так называемый белый хлеб, изображение которого можно встретить на любой фреске в Египте, конусы такие. Почему белый хлеб? Потому что мелкодисперсное золото обладает таким коэффициентом светоотражения, что оно выглядит практически белым. Мелкодисперсное золото, именно это нано, наверное, уже золото, оно растворяется в организме человека, в отличие от более крупного золота и не химически чистого. До наших дней сохранились папирусы, в которых правители соседних государств, обращаясь к египетским фараонам, подчеркивали: «Золота в твоей стране много, оно как пыль. Но откуда это золото взялось?» В 20 веке власти Египта приглашали английских химиков исследовать артефакты из гробницы Тутанхамона, чтобы определить месторождение древних рудников. Результаты оказались неожиданными. Во-первых, золото было подвержено очистке, и определить место его добычи уже невозможно. Во-вторых, около 8% артефактов содержали 99% чистого золота и только 1% примесей. Получить его можно лишь путем электролиза. Но была еще интересная вещь. Несколько артефактов были изготовлены 100% химически чистого золота, что можно сделать только путем алхимическим путем трансмутации металлов. И даже электролизом это сделать невозможно. Артефакты из гробницы Тутанхамона доказали. Древние египтяне занимались трансмутацией золота, другими словами, алхимией. Неужели в этом и был секрет величия и долголетия фараонов? Алхимия. Наука из страны Кеми. Кеми – это Египет. То есть фактически алхимия переводится как египетская наука. И не более того. Слово «химия» появилось позднее. Просто сокращением слова «алхимия». В Париже, в церкви Сен-Жак-Ля-Бушери, вплоть до 18 века проводили поминальные службы в честь некого Николя Фламеля. Хотя жил этот человек еще в 14 веке. Чем заслужил покойный такую честь? Оказывается, размер пожертвований, которые Фламель оставил церкви и госпиталю, был столь велик, что облагодетели помнили на протяжении нескольких веков. Самое удивительное, что родился Николя Фламель в бедной семье, работал общественным писарем, но неожиданно баснословно разбогател. Он приобрел материальное имущество, которое сравнялся по, скажем так, по статусу с самим французским королем, чем даже заинтересовалась местная налоговая инспекция.
Вот. Потом, опять же, по легендам, он не умер, он ушел куда-то там на восток, где странствует до сих пор со своей супругой. Считается, что Николя Фламель сумел получить философский камень. С его помощью он превращал неблагородные металлы в золото. Французский алхимик советовал для этого использовать землю и медь. Его английский коллега Джордж Рипли предлагал раскалить и медленно выпаривать ртуть. Что это? Средневековая ересь или подобное превращение все же возможно? Какие этапы нужно пройти, это все описано символическим языком. Есть классические этапы в алхимии: негреда, альбеда, рубеда, черная, белая, красная. Поэтический язык алхимии, ее символы, понять во все времена могли лишь посвященные, жрецы или члены тайных обществ. Современная наука доказала, превращение одного химического элемента в другой возможно. После бомбардировки ядра альфа-частицами свинец превращается в талий. Талий в ртуть, а ртуть в золото. Вот только на практике ученым осуществить это удалось лишь в прошлом веке. Но откуда знания о трансмутации металлов появились сначала у египтян, а потом и у европейских алхимиков? Согласно древним преданиям, секреты алхимии людям передал древнеегипетский бог Гермес Трисмегист. Гермес трижды великий? Это непонятно кто. С одной стороны, его упоминают как божество, пришедшее на землю. С другой стороны, египтяне говорят о целой последовательности очень высоких существ, которые приходили под именем Гермеса. Откуда приходили? Сам Гермес говорит о том, что он не, как бы не излагает эту мудрость, а передает ее людям, намекая на то, что она существовала и до него. Египтяне, шумеры, древние греки – в своих священных текстах все они говорят, как строить города, совершать религиозные обряды и даже правильно питаться – их научили боги. Именно благодаря вмешательству извне древние цивилизации совершили существенный скачок в развитии. И работая с текстами, у специалистов всегда складывалось очень двойственное ощущение присутствия каких-то двух, а то и трех сил, я бы сказал, трех представителей, трех уровней. Местное население, жреческая каста, как правило, пришла, и те, кто передавал знания этой жреческой касте. Их называли в разных текстах по-разному, у каждого народа было свое название. Но совершенно очевидно, что это были какие-то пришельцы. Но кем были эти пришельцы? Неужели земляне могли общаться с представителями других планет? Ведь даже в 21 веке выйти на связь с инопланетянами так и не удалось. Древнешумерские тексты подтверждают, много тысячелетий назад люди владели удивительно точными данными об устройстве нашей Солнечной системы. Ну вот если мы посмотрим древнешумерские сказания, то к своему удивлению, большому удивлению, обнаружим, что Земля имеет порядковый номер 7. Марс, находящийся дальше от Солнца, имеет порядковый номер 6 и обозначен в виде звезды Давида, шестиугольной. Земля в виде 7 точек. Значит, планета Фаэтон, которая в настоящее время не сохранилась, она идет под номером 5. Есть версия, что по этой шумерской астрономической карте можно определить, какому народу выходцы с той или иной планеты могли передать свои знания. Так, звезда Давида испокон веков считается символом еврейского народа. А сегодня она размещена и на флаге государства Израиль. Предки семитов, в частности, к которым относятся евреи тоже, они прибыли с Марса. То есть это, да, это тоже наши ближайшие родственники земные. Но длительное время они находились как бы в изоляции и приобрели какие-то новые генетические признаки, которые в настоящее время вот изучаются. И раньше я относился к этому, в общем-то, с улыбкой, но сейчас вот накапливается все больше сведений, что действительно вполне возможно, что это и так. В 2012 году американский марсоход Curiosity прислал новые фотографии с поверхности Красной планеты.
По словам ученых, судя по снимкам, на Марсианской горе Шарп есть геологическая аномалия, схожая по своей структуре с Великим каньоном в США. Земляне с каждым годом получают все больше доказательств. Когда-то Марс был обитаем. Так может, и другие планеты населяли более развитые цивилизации? И контакты с ними для землян когда-то были привычным делом. Замедлять биологическое время люди могут и сегодня. В Индии верят, бессмертные, не выдавая себя, могут находиться среди самых обыкновенных людей. Согласно этим мифам, на Земле уже больше 2000 лет живет легендарный Баба-Джа. Родился он в 3 веке до нашей эры в среде священнослужителей брахманов. Сейчас Баба-Джа предпочитает находиться в Гималаях, но время от времени появляется в разных регионах Индии. Он относится к числу, такая есть линия, 18 ситхов, которая популярна очень на юге Индии. И вот все, кто принадлежат к этой линии, они считаются бессмертными. Но как ситхам удалось достичь бессмертия? И может ли современный человек повторить это чудо? Разгадать тайну ситхов люди пытаются уже не одно столетие. Изучают йогу, дыхательные практики и индийскую алхимию расаяну. Индийская, в отличие от западного направления алхимии, своей главной задачей всегда считала трансмутацию, преображение тела самого алхимика. Они могут даже плюнуть на что-то, и вот плевок превратится в золотой, к примеру. Но это связано не с чисто техническими их операциями, а потому что они самих себя преобразили до этого. То есть они себя уже превратили, по сути дела, вот в таких вот возвышенных, ну, наверное, бессмертных существ. Задержаться в мире людей, остановив время, человеку будет дозволено лишь для благих целей. Так считают все восточные традиции. К примеру, буддийский великий учитель Нагарджуна достиг бессмертия, чтобы передать последователям вероучение Махаяны. Раньше была, значит, Хинаяна, малый путь, потом, значит, вот появились сутры, значит, которые нашел и принес, и адаптировал, и широко распространил Нагарджуна. И вот этот Нагарджуна, он писал книги на протяжении там 1500 лет, с перерывами большими, там по 800 лет он где-то отдыхал, куда-то гулял. Согласно индийским легендам, сами боги искали способы продлить свою жизнь. В древнеиндийской Ригведе, созданной около 3000 лет назад, рассказано о неком напитке богов. Он назывался Амрита. Способность излечивать все болезни, даровать молодость и даже бессмертие приписывали также камню Чинтамани. Боги когда-то решили все-таки укрепить свое положение, в том числе физическое, и извлечь напиток бессмертия, который тогда еще, значит, не существовал, из вод Молочного океана. И стали они его пахтать огромнейшей горой, которая была установлена на панцире черепахи, и из вод океана стали появляться разные полезные вещества, в том числе вот этот самый напиток бессмертия и, среди прочего, вот мани или чинтамани, камень. По одной из версий, камень Чинтамани находится в стране Шамбала, вход в которую пока закрыт. Что касается Амриты, то ее секрет уже разгадан. Во всяком случае, так считают надхи, последователи одного из древнеиндийских ведических течений. Они уверены, что Амрита есть в каждом человеке, и находится она внутри нашего черепа. Сразу после рождения эта жидкость начинает медленно капать вниз, пока не вытечет полностью. Преодолеть смерть можно лишь, создав плотину на пути Амриты. Они используют самые разные средства, в том числе там язык как-то удлиняют себе, он там внутри глотки туда к черепу поднимается. Язык такой длинный, что они могут достать макушки головы. Вот. И этим языком они плотно затыкают отверстия. Считается, что в этом случае они достигают бессмертия. Какими бы странными ни казались эти поверья, необычно длинный тонкий язык – отличительная черта индийского бога смерти Ямы.
Эту статуэтку профессиональный путешественник, член Русского географического общества Александр Редько, привез из очередной экспедиции. Много лет он изучает традиции и философию Востока. Вот это гневное обличье бога Ямы. Как вы видите, он в виде такого монстра, в руке у него варджа, то есть символ перехода из одного состояния в другое. Но у него могут быть и мирные обличья у бога Ямы, потому что, повторяю, бог Яма несет смерть. Но смерть – это не гибель. Нельзя отождествлять эти два понятия. Смерть в понимании мира Ямы – это начало. Исследованию Тибета Александр Редько посвятил 10 лет. Во время одной из экспедиций он совершил ритуальный обход вокруг знаменитой священной горы Кайлас. Случайная встреча у подножья этой горы заставила его поверить в то, что бессмертные среди нас. Мы встретили одного из паломников. И он нам среди прочих, так сказать, рассказок на привале поведал о том, как он вместе с сыновьями со своими защищал крепость Гьянзе от англичан. А было это в 905 году. Мы смотрели и с трудом представляли себе этого достаточно моложавого, жилистого человека, ну, на вид лет 50-60, да? А получается, в 905 году. Как это может быть? Одна из версий гласит, на Земле есть особые места, где время словно растянуто, жизнь протекает медленнее. И если в этих вневременных капсулах человек проводит часть своей жизни, он может застать несколько исторических эпох, прожить несколько столетий. Исследователи полагают, что такие места – это гора Кайлас, а также долины Спити и Кулу в Индии. Мека последователей всех школ йоги. 6 лет назад мы провели экспедицию в индийскую долину Спити. И на границе с Китаем в 5 километрах находится монастырь Гью, развалины монастыря. Сейчас там застава пограничная. 30 лет назад, когда строили пакгаус, один из солдат ударил киркой в землю, и кирка оказалась окрашена чем-то похожим на кровь. Они раскопали и обнаружили сидящего человека, ламу, судя по останкам истлевшей одежды. Тело ламы весило 7 килограммов. Из него как будто испарилась вся жидкость. При этом все органы – нос, уши, губы, кожный покров – оказались целы. Было установлено, что этот лама – правитель монастыря Гью, живший 550 лет назад. Но как его телу удалось уцелеть? Почему за много сотен лет, нарушая все законы физики, оно не разложилось и не истлело? На мой взгляд, вода человеческого организма переходит в новое неизвестное состояние, 4-е состояние воды, то есть вязкая вода. Да и легенды тибетские говорят о том, что ой, как вода много значит для того, чтобы тело стало вечным. Известно, что великие ламы умели входить в состояние самадхи. Это своеобразная самоконсервация. Считается, что душа в этот момент покидает тело. Но их все еще связывает некая невидимая нить. Как это возможно? Восточная традиция рассказывает о серебряной всепроникающей нити Му. Она невидима глазу и может проходить через любые препятствия. Когда нить Му прерывается, наступает смерть физического тела. Ламы научились растягивать нить Му. Он садится в позу лотоса и свое «я» проводит по энергетическим каналам, по срединному каналу, и выводит его из брахмарандхры. Это у нас здесь такая дыра брахмы, макушки головы. Выводит его из, как бы направляет его к высшему духу. При этом тело его остается в неподвижном состоянии. В Потали, во дворце Далай-ламы, покоятся нетленные тела высших лам правителей Тибета. Сам дворец – гигантское сооружение шириной около 500 метров, высотой более 100. В нем 999 комнат. Сложнее всего попасть в центральный зал – святилище. Александру Редько это удалось. Он видел 11 ступ – трумов, вокруг которых монахи непрерывно ведут медитативную молитву. Тела их законсервированы, биологические часы остановились. Они не идут, тело не стареет.
но оно и не распадается. Это не мумия, это живое тело, лишенное воды. Может оно ожить? Да, при определенных условиях. То есть ему должна вернуться душа, и искра духа зажечь эту душу. Для чего? Видимо, для тех же самых целей. Чтобы сохранить знания, чтобы сохранить какие-то практики буддизма. Самые древние каменные саркофаги на Земле – это Нанду и Астапад. Они находятся возле священной горы Кайлас. На Тибете верят, что внутри них расположены огромные залы. Именно там до сих пор хранятся тела учителей человечества, тех, кто передавал знания людям. По мнению известного офтальмолога и исследователя древних цивилизаций Эрнста Мулдашева, в этом хранилище могут находиться и представители предыдущих цивилизаций. Оно нужно для того, чтобы существовал на Земле генофонд человечества. Тот самый генофонд, который может выйти из гималайских пещер, и если мы с дурости, например, если будет ядерная война, погибнем все, то эти люди и древние. Там есть и лемурийцы, там есть и атланты, там есть и мы, арийцы. Эти люди выйдут из глубоких гималайских пещер и дадут новый росток человечеству. В гималайских пещерах, по словам Мулдашева, может храниться генофонд четырех предыдущих цивилизаций. Продолжительность жизни наших ближайших предшественников, атлантов, могла достигать 300 лет и более. А лемурийцы были фактически бессмертны, так как умели менять свое тело на новое. Вот, например, значит, есть скульптура очень древняя. Это скульптура индейцев Мапучи в Чили. Вот эту скульптуру я видел, когда человек, как змея, меняет свою, ну, не шкуру, а меняет свое тело. Но куда подевались останки представителей предыдущих цивилизаций? Не могли же они просто испариться? Такое вполне возможно, полагает Мулдашев. Он провел научную экспедицию в Сирии, Ливане, Египте, Турции и Греции. Его группы были обнаружены похожие саркофаги – прямоугольные гробницы из массивных каменных плит. Как переводится слово «саркофаг»? «Саркос» – это плоть с греческого языка. «Фагос» – с греческого языка «пожирать». По сути дела, саркофаг переводится как «пожиратель плоти». И по греческим легендам, причем весьма серьезным легендам, значит, из этих легенд явствует, что если тело человека умершего положено в саркофаг, закрыто, прочитаны определенные заклинания, мантры, то через 40 дней тело человека истлевает и остаются только зубы. Больше ничего. И из этого саркофага вылетает такой бестелесный шар. Еще одна экспедиция Мулдашева на остров Пасхи закончилась тем, что исследователь выдвинул интересную гипотезу. Люди стали смертными только после того, как были построены знаменитые каменные истуканы острова. Возможно, это чипы смерти, изменившие генетическую структуру людей. То есть... Как мы говорим, вот мы, врачи, говорим, значит, в тела был введен так называемый ген апоптоза. Ген апоптоза, по-другому ген смерти, где закодирована предположительная продолжительность жизни. А эта продолжительность жизни зависит от чистоты нашей души. Согласно Библии, человек был создан по образу и подобию Божию, то есть бессмертным. И только после того, как Адам и Ева были изгнаны из рая, люди узнали, что такое смерть. Кто знает, возможно, именно тогда ген, отвечающий за полную регенерацию наших клеток, и был искажен. Сегодня ученые показали, что в принципе человеческая клетка может жить вечно. По сути дела, это своеобразный перпетум мобили. Но почему-то эта клетка запрограммирована, как будто бы кто-то ей ввел, как в компьютерную программу, лимит, рамку до 120 лет максимум. Библия сообщает, что пророк Муфусаил прожил 969 лет.
Другие ветхозаветные патриархи – 600-800 лет. Более того, оказывается, в те далекие времена люди совершенно не старели. Так в Торе сказано, хотя Авраам был стар, выглядел он молодо. И куда бы он ни пришел вместе со своим сыном Ицхаком, люди не знали, кому первому оказать почести. Именно Авраам попросил Господа изменять внешность стареющего человека, чтобы было видно, кого нужно почитать. Ветхозаветные тексты в свое время проанализировал выдающийся советский генетик Юрий Петрович Алтухов. Эти сведения помогли ему выявить интересную зависимость. Чем позже у человека появлялись дети, тем дольше он жил. И там есть две родословные, где четко прописано от Адама до Ноя, Фара, там две родословные, что вот эти ребята Мафусаил и другие, которые жили до 900-970, они, значит, впервые, первенец у них был там 120-140. То есть четко прослеживается корреляция. Алтухов выстроил логарифмическую кривую, что люди, которые библейские рано заводили детей в 60 лет, они, соответственно, 300 лет проживали. А которые позже созревали, они дольше жили. На нашей планете и сегодня есть нестареющие долгожители. Морской окунь, галапагосская черепаха, синий кит. Если каким-то организмам удается прожить более 200 лет и оставаться молодыми, может и человек способен продлить свой век. Заведующий лабораторией Института биологии и развития Российской академии наук Валерий Зюганов считает, что сохранить молодость помогут короткие пептиды. Их источником может быть, к примеру, моллюск-жемчужница. В природе он значительно увеличивает продолжительность жизни лосося, подселяясь к нему в жабры во время нереста. Он симбионт, потому что он отменяет программу старения вот этой красной рыбы. Она не дохнет, не умирает, у нее все язвы заживают обратно. А склеротические бляшки рассасываются, кардиомиоциты в сердце снова восстанавливаются, нормализуется гормональный фон. Пептиды – изобретение, полученное в ходе военных разработок. В конце 80-х годов Минобороны создало секретные лаборатории, где ученые должны были синтезировать препарат для повышения физической способности солдат. Была создана лаборатория биорегуляторов. Цель была разработка препаратов, повышающих боеспособность личного состава. В то время был Афганистан и Чернобыль, то есть все вот эти дела, подводный флот. То есть как было и чем было бы возможно повысить боеспособность, то есть повысить, если хотите, тот же синтез белка, то есть повысить функцию людей. Владимир Ховинсон был первым, кто решил эту проблему. Ученый обнаружил пептиды, вещества, на основе которых был создан уникальный препарат. Вивакс. Клинические испытания показали, что прием пептидных биорегуляторов повышает работоспособность и невероятно быстро восстанавливает клетки. Более того, эти вещества приводят к омоложению организма. Секрет препарата в уникальном белке, который ученые выделили из органов молодых животных. Из телят. Вначале из органов иммунной системы, потом из мозга, из печени, из половой системы выделили активные вещества. Эти вещества оказались пептиды. Что такое пептиды? Пептиды – это маленькие белки. И поэтому эволюционная роль пептидов колоссальна. Они являются индукторами, или, если хотите, включателями, или стартерами синтеза белка в тканях и органах. Разработка российских ученых нашла применение не только в военной, но и гражданской медицине. Фармакологи добавили пептиды в капли, лекарственные мази для спортсменов и препараты для стоматологов. Препараты, которые были нами выделены из различных органов и тканей, оказались крайне эффективными. Они повышали иммунитет, восстанавливали функцию мозга, далее восстанавливали, так сказать, хрящевую ткань, половую систему. Такого лекарственного препарата не существует более нигде. Ни в США, ни в Европе. Владимир Ховинсон уверен, что его разработка продлит жизнь целого поколения.
Доктор медицинских наук считает, что каждый орган стареет по своей программе. Если обеспечить организму комплексный уход, питание, режим дня, сон, то можно отложить немощную старость и, как следствие, смерть. Современная наука возлагает надежды на полную расшифровку генома человека. На сегодняшний день генетиками составлена лишь элементарная азбука. Сложные связи пока не изучены. Но это дело ближайших лет, и тогда удастся существенно увеличить продолжительность жизни. Вот сейчас вот выделено там 30 тысяч генов, да, структурных и регуляторных. Но еще больше в три раза генов так называемых молчащих, мусорная ДНК ее называют. А в природе глупости не бывает никогда, и ничего лишнего. Вот этот балласт, да, он тоже какое-то значение имеет. Вот когда генетики разберутся в этом, тогда можно будет уже говорить о том, что кардинальное увеличение продолжительности жизни возможно. Врач восточной медицины Анатолий Цыденов считает, что о своем долголетии можно позаботиться уже сегодня. Тибетская медицина оставила достаточно сведений. Согласно этой традиции, человек состоит из водного, эфирного и огненного тел. С помощью медицины и восточных практик, активизировав свое огненное тело, даже почтенный старец может снизить свой биологический возраст до 26 лет. Но бессмертие представителям предыдущих цивилизаций все же обеспечивало не огненное, а эфирное тело. В отличие от нас, они состояли в основном из тонкой субстанции. Первая раса они эфиросодержащие, вторая тоже эфиросодержащие, но меньше эфира было. А когда пришли лемурийцы, это уже были плотные физические тела, содержание эфира, эфирной оболочки, эфирного тела у них уменьшилось, атлантов еще меньше стало, а у людей арийской расы мы пришли к совсем маленькой эфирной оболочке. А эфирная оболочка, соответственно, следующая оболочка идет тело огня или тело времени, оно у нас тоже уменьшилось. На сегодняшний день официально старейшей жительницей планеты считается француженка Жанна Луиза Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет. Долгожителями называют и тех, кому исполнилось 90, и даже 80. То есть вот человек – это слово «чело», «век». Голова, чело и век, то есть 100 лет. Это максимум, который биологически ему отведено. Уже в ближайшие десятилетия продолжительность жизни людей может существенно измениться. В 2007 году человечество вошло в так называемую зону сингулярности, которая продлится до середины века. Чем она характерна? Здесь перестают работать законы не только медицинские, но и биологические, общебиологические, политические, законы какой-то науки и так далее, и так далее. Эта зона сингулярности готовит нас к переходу к новой расе человеческой. Но как в будущем изменится продолжительность жизни? Сократится или, напротив, увеличится? Каким будет следующий оборот спирали, по которой развиваются цивилизации на планете Земля? Человечество придет опять к атлантам, к расе атлантов. Раса атлантов, как вы знаете, обладала очень сильными психическими возможностями. Они могли телепатически общаться, они могли лечить любое заболевание, не прикасаясь к телу. Они могли заниматься телепортацией, левитацией и так далее, и так далее. То есть возможности атлантов были очень огромны. Древние тексты предупреждают, прежде чем придет новое время, людям предстоит пережить немало тяжелых потрясений и природных катаклизмов. После этого на Земле вновь настанет золотое время. Кто знает, может тогда человеку будет отмерен не век, а целое тысячелетие. Исследователи считают, что нет на Земле места более загадочного и неизученного, чем гора Кайлас. Несколько лет назад, а точнее в 2006 году, российская экспедиция под руководством Александра Редько впервые подошла к ней вплотную.
Но после нескольких попыток покорить вершину, альпинисты поняли, что Кайлас не пускает. Заявление о том, что кто-то когда-то поднялся на Кайлас, не верьте, никто никогда не поднимался на Кайлас. По альпинистским меркам это не такая уже заоблачная высота. И тем не менее никто не смог. Все легенды говорят о том, Кайлас сбрасывает людей. Я не знаю ни одной группы. Я не знаю ни одного человека, кто бы пытался взойти на Кайлас. Что-то их останавливает. Действительно необычная гора. Вы знаете, я объехал, не побоюсь этого слова, действительно весь Восток. Ничего подобного нет. То есть, если есть на планете какое-то место наиболее необычное, это именно оно. Еще 5 веков назад для коренных обитателей Индии и Китая Тибет считался запретной территорией. Без особых посвящений и таинств простым смертным путь сюда был заказан, поскольку, согласно древним поверьям, здесь царствуют духи мертвых. Современные путешественники, пытающиеся покорить Кайлас, рассказывают, что у горы многим приходится сталкиваться с необъяснимыми явлениями, в которые сначала трудно поверить. Приближаясь к подножию, человек физически чувствует определенный рубеж, перейти который невозможно. Ну, представьте себе, что вы из теплой комнаты выходите на холод. Вот что-то наподобие, но только вот как будто перед вами некая граница, вот она физически ощутима. То есть как будто что-то более плотное, как будто область более повышенного давления. И вот когда вы переходите вот несколько раз, вы каждый раз ощущаете физически подобную границу. Ты идешь, и вдруг тебе становится так хорошо, тебе вот просто вот хочется летать. Причем при этом ты вот остановился, и не то чтобы не можешь, можешь, но совершенно не хочешь ни шевелить ни руками, ни ногами. То есть это причиняет конкретно физическую боль. Уже сразу у подножия Кайласа начинаются видения. Люди слышат громыхающие звуки. Голос человека, который стоит рядом, раздается на несколько километров. Другим интересным явлением является то, что язык отказывается говорить. Человек хочет сказать, и он как бы внутри себя произносит фразу, у него есть мысль, а произнести он ее реально не может. В религиозном плане это трактуется, что духи наложили печать молчания на тебя, пока ты там находишься. Иногда люди произносят какие-то несвязные звуки, как будто говорят на каких-то неизвестных древних языках. Коренные жители объясняют перепады самочувствия человека, находящегося рядом с Кайласом, особой божественной силой, которая исходит от горы. Но ученые и медики высказывают свои предположения. Они считают, что это примесь окиси азота в воздухе, действующая как расслабляющий газ. Люди, которые оказываются в состоянии кислородного голодания, всегда испытывают какие-то необычные состояния. В частности, при подъеме на большую высоту, например, выше 4000 метров, возникают зрительные, слуховые, иногда даже тактильные ощущения, которые люди трактуют в зависимости от своего предыдущего опыта. Еще одно необычное явление, не поддающееся объяснению учеными. Это загадочное свечение в небе, наблюдаемое в районе горы Кайлас. Оно довольно часто возникает на востоке в вечерние часы и состоит из красных, белых и синих кругов, похожих на шаровые молнии, которые поднимаются от горизонта. Но самое загадочное – это та форма, которую принимало это интенсивное свечение. Они не просто шаровые молнии, они следуют какому-то определенному алгоритму. Они могут связываться в различные совершенно комбинации. Но самая интересная комбинация – это как раз тот древний символ, о котором постоянно идет речь – свастика. Исследователи всегда смотрели на Тибет с пристальным интересом. С учетом происходящих в мире процессов, этот интерес только усиливался. Особенно у Третьего рейха накануне Второй мировой войны. Немцы посылали на Тибет экспедицию за экспедицией. Искали эту страну для того, чтобы получить необыкновенные знания. И в том числе Гитлер отправлял экспедиции именно для обретения вот этих вот знаний о бессмертии, о силе, необыкновенных способностях людей. Нацистская верхушка прекрасно понимала, что достигнуть только благодаря мощному технологическому прорыву. В
1939 году в Германию возвратилась знаменитая тибетская экспедиция во главе с немецким ученым и штурмбанфюрером СС Эрнстом Шефером. В Берлине с нетерпением ждали отчета экспедиции. Возможно, что экспедиция нацистов расшифровала загадочные рунические таблички с непонятными письменами, привезенные из Тибета. Одним из результатов расшифровки стала работа по созданию так называемых техномагических аппаратов. Сохранились рисунки, описывающие принцип их действия. На них изображены вихревые потоки частиц, которые сейчас чаще называют торсионными полями. Эти поля могли не только поднимать летательные аппараты, но и взаимодействовать с человеком. Предположительно, речь шла о неком прообразе современных пси-генераторов. Они основаны на свойствах воздействия торсионных полей на вещество, от резкого повышения проводимости металлов до лечебного эффекта в медицине. В том числе передача в мозг кодированной информации, которая вызывает различные поведенческие реакции. Может быть, именно с этим связаны те необъяснимые явления, с которыми так часто сталкиваются туристы около горы Кайлас. На южной стороне пирамидального пика, грани которого сориентированы точно по сторонам света, расположена вертикальная трещина, посредине пересеченная горизонтальной. На закате солнца эта трещина и тени от скальных выступов образуют огромное изображение гигантского солярного знака. Геоморфологи, то есть специалисты по изучению пород, считают, что трещина, создающая изображение свастики, это не трещина вовсе, а впадина шириной метров 40, углубленная водотоками. Рядом с горой находятся два озера-близнеца – Манасаравар и Ракшас. Эти озера, как и все, что вокруг горы, изобилуют многими загадками. Манасаравар – священное озеро, неглубокое, там водится рыба. Второе озеро Ракшас в 5 километрах от первого. Священное озеро, оно называется Манасаравар, это очень большое озеро. Оно такое довольно неглубокое, там водится рыба. Второе озеро находится в 5 километрах, там перешеек такой узенький, причем без гор, такой ровненький песчаный перешеек. Называется озеро Ракшас или озеро демонов. И вот любопытно то, что в любое время года на озере Манасаравар штиль. В любое время года на озере Ракшас шторм. И вот мы на самом деле были туда, сюда ходили. Смотрели, на самом деле, там доходишь до озера Ракшас, шторм, доходишь до озера Манасаравар, штиль. Удивительно. Еще одно необычное наблюдение было сделано группой российских ученых во главе с Эрнстом Молдашевым. Пока исследователи ожидали разрешения посетить Святую Гору, руководитель экспедиции случайно познакомился с монахом по имени Арун, который показал ему одну загадочную фотографию. Фотографию горы Кайлас с необычного ракурса. Я посмотрел на нее и тут же вскричал. Так это же пирамида. Огромная пирамида. И вспомнил слова Елены Блаватской, которая писала, что где-то на Тибете затерялась огромная пирамида. Эрнст Молдашев недолго осмысливал свое достаточно смелое предположение. Вернувшись из экспедиции, он делает сенсационное заявление. Горы, расположенные в юго-западной части Тибета, это вовсе не горы, а несколько десятков расположенных рядом пирамид, причем четко сориентированных по сторонам света. При этом тибетские пирамиды гораздо крупнее египетских и мексиканских и, возможно, были построены в более древние времена. Гипотеза оказалась интересной, и некоторые ученые даже пытались ее поддержать. По всей форме это пирамида гигантских размеров. Вот. К сожалению, эта пирамида плохо даже обмерена, но ее пирамидальность не вызывает сомнений ни у кого. Геометрические формы явно не природного характера, то есть рука живых
разумных существ. Я не знаю работ геоморфологов, которые бы показали, что путем всевозможных эрозионных процессов, тектонических процессов, возможно формирование правильной пирамиды. Пирамиды как были, так и остаются загадками человечества. Для чего они строились? Пирамиды в Египте, Мексике, Китае и, наконец, Кайлас. Если принять гипотезу Молдашева, то таинственная гора на Тибете имеет искусственное происхождение. Многие исследователи считают, что это были сооружения, где накапливалась энергия. Мы обнаружили, что они, конечно, великолепные сверхчувствительные детекторы не только сейсмических полей, как я уже говорил, но и акустических полей, которые могут иметь, в принципе, космогоническое происхождение. Главное отличие тибетских пирамид от других подобных сооружений состоит в том, что большинство не смыкается с различными по размеру вогнутыми, полукруглыми и плоскими каменными конструкциями, которые некоторые исследователи называют зеркалами. Их там очень много. Все перекрыто зеркалами. Как можно не увидеть главное зеркало времени? Оно у нас и на видеофильмах. Оно у нас и на фотографиях. Оно великолепно. Сказать, что это естественное выветривание, ну, можно только полному оболтусу, который не верит ни во что. Размеры тибетских зеркал огромные. Например, конструкция, которую местные ламы называют домом счастливого камня, высотой почти 800 метров. С севера к этому зеркалу примыкает еще одно, полукруглое, высотой примерно 350 метров. Южная сторона дома счастливого камня соединена с другим вогнутым зеркалом высотой 700 метров. Тибетские зеркала, утверждает Молдашев, это аналог зеркал Николая Козырева. Советский ученый изобрел полукруглые и других форм металлические зеркала, внутри которых по результатам его исследований меняется ход времени. По Козыреву, время – это энергия, которая способна сжиматься или растягиваться. В зеркалах Козырева был достигнут эффект сжатия времени. Любопытно, что люди, побывавшие внутри зеркал Козырева, отмечают головокружение, страх, видят летающие тарелки, видят себя в детстве, находят ответы на многие вопросы. Не тот ли самый процесс сжатия времени происходит и на Тибете? Ведь именно об этом говорят многие туристы и паломники, побывавшие около Кайласа. У кого-то оно замедляется, а у кого-то, наоборот, становится быстрее. И тогда все клетки тела начинают раньше стареть и умирать. Однако показания приборов, фиксирующих время, при этом соответствуют норме. Специально проводили эксперименты, мы закладывали хронометры в разных местах, сверяли их с показаниями GPS. Хронометры были специальные, так сказать, мы их потом снимали через полгода, проверяли синхронизацию, не ускорялось ли где-то это время. Нет, таких данных мы не смогли получить. Как и все пирамидальные конструкции, тибетские пирамиды, по мнению исследователей, способны концентрировать различные виды энергии. А сочетание их с зеркалами времени меняет пространственно-временные характеристики. И если это так, то возможно предположить, что гора на Тибете, как и другие пирамиды на Земле, это искусственный объект, построенный кем-то когда-то и с определенной целью. Если допустить вот гипотезу их искусственного происхождения, или, так сказать, воздействие искусственного какого-то вот на формирование или на их генезис, то я думаю, что это просто обычная процивилизация. Как это можно было обточить, эти ступень? Как можно было сделать вот эти зеркала ступенчатые и самые разные? Как можно было создать эти каменные дворцы? Самые натуральные каменные дворцы без окон, без дверей. Кстати, если мы построим схему и соединим все известные нам пирамиды на планете, то мы увидим, что они географически связаны друг с другом. А если соединим меридианом Кайлас с египетскими пирамидами, то продолжение этой линии выводит на остров Пасхи. Мало того,
На этом меридиане оказываются и знаменитые пирамиды инков. Вряд ли это простое совпадение. От горы Кайлас до монумента Стоунхендж в Англии 6666 километров. От горы Кайлас до Северного полюса 6666 километров. От горы Кайлас до Южного полюса два раза по 6666 километров. На противоположной стороне горы Кайлас находится остров Пасхи, где находится непонятный никому истукан. Далее, что самое любопытное, высота горы Кайлас 6666 метров. Четыре шестерки. Еще одно загадочное сооружение Кайласа, которое постоянно будоражит сознание тех, кто пытается разгадать тайну священной горы. Это так называемый саркофаг Нанду. Внешне он напоминает наш манеж на Манежной площади. Вот практически, только длина его почти 2 километра, высота 800 метров и ширина 300 метров. И он соединен особым тоннелем таким, который на физическом плане называют перевалом Сердунг. Это перевал, который надо преодолеть во время внутренней коры. И вот этот перевал, это тоннель, это крыша тоннеля, который соединяет Кайлас с саркофагом Нанду. Существование саркофага, как и все на Тибете, породило массу легенд, споров и догадок. Одна из легенд гласит, что здесь, в состоянии глубокой медитации, находятся тела Иисуса, Будды, Кришны и других великих учителей, которые когда-либо были посланы миру. Здесь же хранятся их зашифрованные учения. Все это сокрыто для потомков, для того, чтобы в случае гибели цивилизации послужить генетическим кодом для воспроизводства человека. Каким образом это произойдет, представить трудно. Как и сложно поверить в то, что тела живущих тысячи лет назад великих учителей остались неизменными. Много-много параметров показывали, что это как бы огромная каменная ДНК, примерно в диаметре 50 километров. И вот следующая раса, шестая раса, согласно древним преданиям и древним книгам, созревает как раз на Тибете. Вот гора Кайлас является очередной яйцеклеткой планеты, как говорили древние, в которой и зреет вот эта вот цивилизация. Так ли это? И где находится генофонд человечества? Возможно ли его отыскать? Ответов на подобные вопросы пока нет. Но по мнению некоторых ученых, священная гора Кайлас полая внутри. Гора Кайлас внутриполая, дом счастливого камня внутриполый, и многие монументы легендарного города богов внутриполые. Так что это еще написано в тибетских текстах. Паломники утверждают, что именно здесь должна быть дверь в Шамбалу. Шамбала – это мифическая страна, которая, согласно здешним легендам, располагается где-то в тибетских горах. Но где именно, неизвестно. И это рождает все новые и новые версии, указывая на различные горные пики. Возможно, что одним из таких адресов оказалась и гора Кайлас. Эрнст Молдашев утверждает, что даже видел здесь предполагаемый вход в загадочную страну. Эту дверь я видел. Она примерно так 150 на 200 метров. Огромная дверь. Вот такая выемка, ровная причем, прямоугольная выемка. И прямоугольной выемкой с той стороны примыкает камень. Вот такое ощущение, как будто бы взято, вот так вот вырублено. Вот. Там просто надо читать заклинания, которые сейчас никто не знает. И дверь сама откроется. В сказаниях о Шамбале часто говорится о многокилометровых подземных проходах с каменной дверью в конце, никем никогда не открытой. Проходы защищены от непрошенных гостей ядовитыми газами и силовыми полями.
Николай Рерих писал: «За каменной дверью в пещере скрыты тайны для будущего, но сроки им еще не пришли. Вход в них очень узок, но затем он расширяется и приводит в целый подземный город». Неведомые строители, видимо, рассчитали, что доступ к подземному городу будет возможен тогда, когда люди достигнут качественно другого уровня технологий. Современная наука лишь пытается делать бессильные попытки разгадать тайны Тибета. Кайлас меняет как-то, каким-то образом целеустановку. Вот ты идешь, знаешь зачем, ты подготовлен хорошо физически, духовно, да, ты знаешь, что тебе надо, так сказать, сделать, и вдруг у тебя в голове меняется целеустановка. Вдруг ты говоришь себе: а зачем это? Это не нужно делать. Это порочное желание. Я не должен туда идти, я должен идти обратно. И ты спускаешься вниз, а потом опять проходит какой-то, так сказать, промежуток времени, и ты думаешь: боже мой, почему я вернулся? Я же уже, ну, я так хорошо шел, я так хорошо подготовлен. Вот что происходит? Каким образом меняется вот эта целеустановка в голове? Сказать трудно. Древние говорили, что на каждом волоске Будды больше миров, чем мы видим звезд на небе. Бесконечен мир, который окружает нас. И, очевидно, разгадка феномена Тибета лежит пока еще за гранью нашего понимания. Но мы вполне можем предположить, что древние монахи не прятали в пещерах чертежи будущих летательных аппаратов, а хранили в снежных вершинах Тибета нечто большее, связанное не с твердью земной, а высью небесной. Может, Кайлас – это только духовная цель? Человеку что-то можно взять, к чему-то можно прикоснуться, а к каким-то знаниям – нет. В этом вот физическом мире – нет, он не может, его разум не готов, он не сможет осознать вот эту истину. Тайна Тибета в нас самих. Это то изначально, ради чего каждый человек живет, ради то, чего он хочет. Он задается постоянно вопросом: для чего я живу, для чего вообще все это? Вот очень многие люди, посетив Тибет, открывают это в себе. Возможно, пройдет время, и гора Кайлас откроет свои секреты. И тогда мы поймем загадочные слова тибетских лам. Когда взберетесь до вершины горы, продолжайте взбираться дальше.